Дорогие друзья, всем привет! Настала весенняя пора. Мы решили вскопать свой огород при помощи такого замечательного мотоблока BR80 фирма Bright. Вот сегодня в этом мотоблоке мы поменяли масло в движке, масло в редукторе, помыли воздушный фильтр, также долили масло сюда. Вот, поменяли свечь, новую свечь поставили. Кстати, потом расскажу, какая свечка в нем. Или пишите в комментариях. Я обязательно скину фотографию и расскажу, где можно купить такую прекрасную свечку. Завелся он с одного раза. Вот. Сегодня у нас цель вспахать огород двумя методами. Это с помощью вот этих как бы фрез и с помощью плуга. Плуг тоже есть. И дальше мы сделаем полный разбор, как установить на мотоблок плуг при помощи специальных почвозацепляющих колес. Ну что ж, приступим. Для начала покажу, как у нас идет пахота с помощью данных фрез. Дорогие друзья, для того, чтобы нам поставить почвозацепляющие колеса, нам необходимо переставить вот это крепление с резиновых колес. Для этого нужно скрутить. Тут болты на 16 идут, китайские. Городов огни стали чужды мне они, не влекут ночные клубы, все соцсети и ютубы. Убегу от них туда, где прозрачная. Теперь мы ставим наши почвозацепляющие колеса на мотоблок с помощью этого человека. Это Сеня. Ламура нет в помине, во всемирной паутине не сидят там целый день и не знают слова лень. Скучный офис надоел. Поставили наши колеса, дальше мы будем ставить плуг. Для этого также вместо этой штуки мы ставим, Ксюша, подержи его, чтобы он это не опускался. Ставим на самую большую глубину наш плуг. Прям поглубже, чтобы у нас он захватывал. Все. Ну что же, дорогие друзья, вот мы собрали наш мотоблок с плугом. Теперь будем испытывать, как он будет пахать землю. Ну что же, запускаем. Тоже отзывы у меня по этому мотоблоку очень хорошие. Мотор у него тяговитый, заводится он легко. В целом мне очень нравится. Кстати, дорогие друзья, в сопровождении играла моя авторская песня «Деревенька». Я эту песню сам написал. Вот. И у меня еще много в репертуаре моих авторских песен. Найти также очень просто. Павел Егоров, творческий псевдоним «Акбойс». Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья, хорошего настроения и отличного урожая. Пока.